Всем привет, кто смотрит мой канал «Смотри и делай», я с вами Алексей. Сегодня в видео пойдет речь о том, как у нас прошли дожди, поналивало на лесные дороги, вот, позатапливало местами очень сильно. Едешь, машину прямо у вас, буханка заливает, вода под ноги. Это я считаю уже глубоко. Вот, ну что, давайте смотреть. А также, любители УАЗа, поддержите мой канал лайками и посмотрим, сколько нас, УАЗистов, так сказать. Ну что, давайте смотреть. Что, вот и начинаются у нас такие дороги. Ура! Еще начало. Прошли у нас дожди, поналивало воды. Блин, скрип. Дороги у нас такие, да? Такая вода. Еще небольшой